Бережное отношение к природе – посыл будущим поколениям. Глава государства на личном примере демонстрирует заботу о благоустройстве города. Как говорили мудрецы, смысл нашим действиям придает намерение наших поступков. Мало воспроизвести на свет потомство. Важно сохранить для него то, что мы получили в наследство от наших предков. Бесценные знания и уникальную культуру, щедрую землю с ее богатыми недрами, чистый воздух и город будущего. Работа здесь не прекращается ни зимой, ни летом, ни в будни, ни в выходные. Чтобы дать городу весной сотни тысяч молодых саженцев, подготовка начинается задолго до этого –